Маврикий, он как хороший коньяк. Сначала кажется простоват, но с каждым годом становится все лучше. Когда приезжаешь, думаешь, ну сейчас я буду прыгать вот так. На самом деле получается вот так. А иногда и вот так. Вот так ему поддать. И вот так закрутиться. Глядя на мои мучения, товарищ, разумеется, хочет меня подкормить. Ну, примерно вот так. Колени выше. Дыхалка работает. Идешь на обгон. На рекорд. На рекорд. И даже заставляет есть морских ежей. Настоящий морской еж. Только что вынули из воды. И он живой. А есть нужно вот эту вот желтую икру. Заливается лимонным соком. Хотя, конечно, все лучшее он съедает сам. Сам-то он, вон какой герой. Ну, пора опять ехать на риф. А это риф Манава. Это только издалека, что там никого нет. На самом деле там стоит огромная очередь. Приходится дождаться своей очереди, прежде чем сесть на волну. Настолько популярен этот риф. Сегодня волны здесь небольшие, около 3 метров. Но я здесь видел волны до 8 метров. Кажется, что здесь мелко. Но на краю Манавы на самом деле около 8 метров. Я однажды там потерял камеру и нырял, поэтому проверил лично. А это самый быстрый риф в Лемо. One Eye. Именно здесь проводится этап Кубка мира по кайтсерфингу. Именно здесь самая быстрая волна, самая опасная волна, из-за того, что риф рядом очень мелкий, но при этом он самый любимый. One eye, в переводе с английского, означает один глаз. Всем пока, до встречи на волне.